Всем привет, друзья! Меня зовут Шет, и сейчас вечер понедельника, вечер того дня, когда должно было выйти видео. Но я благополучно зафакапил свое расписание, потому что Video People и VidFest захватили меня и полностью поглотили. Вот такую вот клевую вещь подарили мне ребята из MaskBro на этом самом VidFest'е. Прикольный факел, он даже светит, смотрите, вот так можно делать. Тыщ, 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 тыщ. Вообще прикольно, спасибо им большое. Что ж, и чем мы сегодня займемся? Я посмотрел на YouTube и увидел, что многие блогеры, многие ютуберы и многие летсплейщики пытаются угадать себя в Акинаторе. Я решил, блин, так может быть я тоже там есть и может быть меня тоже можно угадать. Так что, ребят, давайте посмотрим, можно ли это сделать. Погнали! Я сделаю несколько попыток и постараюсь отгадать себя максимально быстро. И, ребят, надеюсь, что ваши лайки помогут мне. Итак, задумайте реального или вымышленного персонажа. Я попытаюсь отгадать его. Информация об игроке. Сколько мне лет? Господи, 21 год. 21 год, какой же я старый уже. Ладно, начнем играть. Номер вопроса 1. Ваш персонаж женщина? Почему сразу женщина? Нет, я не женщина, я мужчина. Ваш персонаж существует на самом деле? Да, я вот он, вполне себе реальный. Русский или не русский? До мозга костей. Прославился благодаря YouTube. Ну, прославился благодаря YouTube. Не особо прославился, но благодаря YouTube, думаю, да. Можно ответить да. Связан с игрой Minecraft. Было дело, было. Да. Ваш персонаж шутит про масло. Про масло. Нет. Ваш персонаж ползает? Да, к такому у меня жизнь не готовила. Нет, я не ползаю. Ваш персонаж хоть раз показывал лицо? Показывал ли я когда-нибудь лицо? Ну, будем считать, что да, я показывал лицо. Имеет ли отношение к команде Happy Town? Нет, не имею. Играю ли я в CSGO? Нет. Обожаю ли я Five Nights at Freddy? Ну, скорее нет совсем. У вашего персонажа есть кот? А, кот, конечно, есть. У него, у нее есть вторая половинка? У кота или у персонажа? Не знаю, ребят, знаете ли вы, поэтому скажу, что не знаю. Потому что угадываете, если угадываете, то угадывает меня вы. А вы вряд ли знаете, есть у меня вторая половинка. Скажу, я не знаю. А, накачан ли ваш персонаж? Эй, вопросы повторяются. Окончил ли я школу? А, было дело, оканчивал. Играю ли я на гитаре? Да, играю. Связан ли я с кулинарией? Почему такие вопросы? Нет, я не связан с кулинарией. А вот это уже отлично наводящий вопрос. А имею ли я отношение к голодным играм? Ну, как вы знаете, мой канал поднялся благодаря голодным играм. Да! Ваш персонаж хулиганил в школе? Вы не знаете. Так, играет на музыкальном инструменте? Да, 21 вопрос. Господи, 21 вопрос задал мне Акинатор, прежде чем угадать. И давайте проверим, угадал ли он меня. Акинатор, очнись! Он завис. И великий Акинатор на 21 вопрос сказал, что это The Shed Home Shed. Я блогер, летсплейщик, бла-бла-бла. Прикольно, что я блогер, прикольно, что я летсплейщик, но картиночки нету. Мне это не понравилось. Давайте еще разок. Итак, номер вопроса 1. Ваш персонаж существовал в реальности? Да, я, черт возьми, реален. Ваш персонаж девушка? Нет, мы это уже выяснили. Ваш персонаж старше 40 лет? Нет. Ничего себе, какие интересные вопросы пошли. Прямо удивительно. Ваш персонаж прославился благодаря YouTube? Будем считать, что да. Так, четвертый вопрос. Пятый вопрос про Майнкрафт. Да! Шучу ли я про масло? Нет. Накачано ли у меня тело? Вы не знаете. Ваш персонаж хоть раз показывал лицо? Пам-пам. Вот оно мое лицо. Да, я показывал лицо. Имею ли отношение к Happy Town? Нет. В CSGO играю? Нет. Ваш персонаж обожает Five Nights at Freddy? Не очень. Есть ли у меня кот? Есть. Есть ли у меня вторая половинка? Вы не знаете. Накачан ли я? Был же вопрос уже. Да, будем считать, что нет. Окончил ли я школу? Да. Популярен ли ваш персонаж в Инстаграм? Хе, мой Инстаграм. Не популярен. Играю ли я на гитаре? Играю. Имею ли отношение к голодным играм? Конечно. Был я на сходке Игромир 2014? Был. И Акинатор, 19 вопрос, и господи, да, он угадал меня, опять, The Shed Home Shed летсплейщик блогер, и опять нет изображения. Да, ты меня угадал, но где мое изображение, мать твою?
Я хочу свое изображение. И снова Акинатор завис. Вообще, что с их сайтом происходит? Какого черта, ребят? Блин, могли бы написать нормальный сайт. Что за хрень? Не могу ни фотографию добавить, ни открывать мою фотографию. Вообще магия какая-то. Взял вообще мне 500-ю ошибку выдал. Тварь. Ладно, ну что ж, с 19 попытки я себя угадал. А как быстро сможете угадать меня вы, ребят? Не знаю, заходите на Акинатор и проверяйте. Итак, сейчас я постараюсь отгадать того, кого попросили отгадать меня вы. А в Твиттере я спросил, кого мне отгадать в Акинаторе. Мне говорили, отгадай себя и отгадай Imagine Dragons. Несколько людей писали, угадай мне Imagine Dragons. Что ж, я думаю, это будет сложно, но, ребят, давайте попробуем. А ваш персонаж женщина? Нет, потому что, мне кажется, все-таки там их несколько людей в Imagine Dragons. Я не очень большой фанат Imagine Dragons, но я постараюсь их угадать. Итак, существовали они в реальности? Я думаю, это Джастин Бибер, певец. Где в этой жизни я свернул не туда? Почему ты угадал Джастина Бибера? Нет! Блин, довольно сложно угадать целую группу. Можно угадать кого-то певца, но группу угадать это просто... Я попробую сейчас с самого начала, потому что мне кажется, где-то я свернул не туда. Ух, существовал персонаж в реальности? Да. Ваш персонаж девушка? Нет. Я пробую угадать группу, ребят. Блин, не знаю, можно ли это сделать вообще у Акинатора или нет? А хорошо ли он знает русский язык? Нет, группа Imagine Dragons, наверное, не знает русский язык. Актер? Нет. Свобода говорит по-английски? Ну, группа ему говорит, что да, свобода говорит по-английски. Связана ли она с миром музыки? Да. Играет в рок-группе? Ну да. Умер? Нет. Стаж 40 лет? Понятия не имею. В маске? Нет. Имя, фамилия начинается с одной буквы? Понятия не имею. Из одного слога? Нет. У вашего персонажа длинные волосы? Не знаю. Немец? Нет. Носит бороду? Не знаю. Связан с игрой Five Nights at Freddy? Нет. Ваш персонаж пел в 80-е годы? Нет. Из Хроник Нарнии? Нет. Любит персики? Господи, откуда я знаю? Носит красную форму? Нет. Канадец? Нет. Имеет отношение к музыке метал? Нет. Персонаж темнокожий? Ребят, темнокожий персонаж? Нет. Певец? Да. Американец? Да. И кого же ты мне угадал? Господи, Акинатор, удиви меня. Я думаю, это Дэн... Акинатор мне говорит, я думаю, что это Дэн Рейнольдс, солист группы Imagine Dragons. Ребят, ну походу, в Акинаторе угадать группу это... Ну это невозможно, потому что все-таки это конкретный персонаж. А я думаю, что это Дэн Рейнольдс и это солист группы Imagine Dragons. Я думаю, что я угадал. Будем считать, что я выполнил это задание и ваши пожелания. Что ж, ребят, на этом все. Я вот так попытался как-то вас развлечь, угадать себя и ваши пожелания в Акинаторе, в этом интернет-гении, который лагает как просто... я не знаю, мои программы на первом курсе лучше работали. Ну да ладно. А если вам понравилось видео, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, если еще не подписались. Можете вступить в группу ВКонтакте, подписаться на мой Твиттер, на Инстаграм. Там я задаю всякие вопросы. И вообще-то можешь узнать больше о моей жизни. На этом все. Увидимся в следующих видео. Всем удачи. Всем пока. Воу-воу-воу. О, у тебя поезд, брат. Я его хочу. Уходи налево. Направо. Куда-нибудь. Твою мать, мужик. Делай что-нибудь. Воу.